в Украине, не я, мой прогноз, более миролюбивого народа нет, в принципе. Только атарики и украинцы. Может быть, португальцы, если я их напою. Может быть. Туркмены, когда нанюхаются. Ну, вообще, честно говоря, более позитив, ну, позитив, отвратительное слово, более пацифистского, более доброжелательного людей, народа, чем украинцы, нет в природе. Кто это сделал? Это фашистский какой-то депутат, как его зовут-то? Хотя я не уверен, что и он виноват. Вдруг про него, на него возводят напраслину. Кто это делает? Уголовники, сбежавшие из тюрем, какая-то плесень, которая стреляет людей. Им интересно это все, им интересна эта история про убийство, история про унижение людей. Но я ставлю на то, что 3 месяца. Я ставлю на это. Я ставлю на то, что 3 месяца будет. Я ставлю на это. Ибо все понимают про себя нонсенс. Россия, Украина, враги. Ну что это за... Что? Ну как, кому это может прийти в голову? И Лазарев не виноват. Не умеют люди договариваться с Орлом. Честь и хвала нашему, который отозвал из Совета Федерации право на введение сам. Хотя он тоже не может отслеживать ситуацию всю. Но сам по себе жест, сам по себе. Чтобы дать понять всем, никакой войны никому не хочет. Россия, Украина воюющие, это больше нонсенс, чем Анжелику Агурбаш, хорошая певица.